Fashion Day поколения M – одно из ярких мероприятий федерального творческо-благотворительного проекта для детей. Это необычная образовательная онлайн-платформа, которая работает по 15 творческим направлениям, и где любой ребенок, где бы он ни жил, может в любое время получить знания от звездных наставников. Проект реализует компания МТС при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Для приморских детей организаторы в этот раз выбрали направление Fashion. Когда выбирали, какое направление представить, у меня сомнений нет. Было, что найдет отклик в сердцах наших приморских детей. И действительно так и получилось. Юные дизайнеры Приморья в возрасте от 11 до 18 лет стали главными гостями Fashion Day поколения M. Они приняли участие в региональном этапе конкурса, загрузив в сеть более сотни эскизов. В рамках проекта «Поколение M» в конкурсе по направлению Fashion определилось 4 победителя. Все они – жители Владивостока. Аня – одна из них, занимается дизайном около 2 лет. Мои коллекции используют геометрические фигуры и цвета, они были более пастельными, чтобы одежда, она была легкой, и тона, чтобы были легкие для такой летней, летний вариант одежды. Все победители проекта получили специальные призы. Теперь они примут участие в федеральном этапе конкурса, а в случае победы отправятся в столицу на длительную стажировку к отечественным кутюрье. В рамках проекта у юных приморских дизайнеров был шанс пообщаться с одним из признанных мастеров российской моды – Юлией Далакян, чей бренд существует уже более 20 лет. Известный модельер представила свою коллекцию на масштабном шоу в ДВФУ. Юлия Далакян уже второй год выступает наставником проекта «Поколение М». Она отметила, что для нее важно поделиться личным профессиональным опытом, чтобы ребята не только красиво рисовали эскизы, но и научились правильно подавать свои мысли, формировали свою историю. Как признается дизайнер, приморские дети смогли ее удивить. Фантазия у детей совершенно экстраординарная, и ничего подобного я нигде не видела. Ну вот я уже говорила о том, что, наверное, эта красота, которая вокруг, она так влияет, что действительно совершенно неповторимое мышление прежде всего у детей. И то, что они отражают в рисунке, то, что они отражают в своих идеях, соответственно, так и воплощается очень необычно. На ярком шоу были представлены коллекции победителей проекта «Поколение М» прошлого года. Во время показа одной из них на подиум вышла девочка, взорвавшая интернет кавер-версией песни «Кукушка». Дарья Волосевич, участница проекта «Голос дети». После шоу Даша призналась, что хотела бы связать свою жизнь с модой. Я сегодня стояла за кулисами, смотрю, как эти модели ходят. Я на самом деле не дизайнером хотела бы стать моделью, только рост не позволяет, но прям вообще очень круто, я думаю, блин, им вообще повезло. Проект Fashion Day поколения M – это отличная возможность для приморских детей проявить себя, продемонстрировать свой собственный взгляд на моду и красоту, а также получить новые знания. Благодаря ему талантливые подростки из Приморья смогли прикоснуться к миру высокой моды и определить свои приоритеты на будущее. А уже осенью в Приморье в рамках проекта поколения M возможность продемонстрировать свои неординарные способности будет у тех, кто увлекается фотоискусством. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, новости на восьмом.